Да, дорогие зрители, всем привет. Бассейн уже залили. Ой, какая красота. Я сейчас нахожусь в районе Каркыджак. Тут в комплексе вилл таунхаусов продается трехкомнатная одноуровневая квартира, или как там говорят, таунхаус. Дорогие зрители, здесь у нас открытый бассейн у этого проекта. Вид на горы, на всю эту красоту. Тут чистый, свежий воздух. Летом тут прохладно. И нет влажности, как в той части. Сегодня влажность высокая. Я не могу вам показать крепость Алании. Если что, можете увидеть. Солнышко светит, вот. Великолепный вид на всю эту красоту. Квартира, этот таунхаус находится в этом блоке. С квартиры прямой вид на крепость Алании, на море, на горы, на эту природу. Дорогие зрители, продается по очень хорошей цене, под ключ. Расстояние отсюда до воды 4723 метра. Есть также электрический мопед, они могут подарить вам подарок, если вам не понравится этот велик, мотоцикл я себе заберу, лишнее не помешает. Так, давайте, мне опять звонят, кто звонят, секунду. Так, здесь под этим бассейном будет установлен в будущем сауна, фитнес, открытый бассейн. Айдат весь 60 евро, дорогие зрители. Так, здесь душевые кабинки. Детский бассейн. Вот такой вид. Придете, поставите стол, чай, самовар, шашлык, машлык, чипсы-мипсы. Сюда есть две дороги. Одна сверху. Сейчас. Так, две дорожки. Одна оттуда. Вот там дорожка у нас. Асфальтированная дорога. Отсюда можете подняться к бассейну. Также есть парковочные места. Можно ли здесь машиной? Пройдет. Да, машина пройдет. Вот. Отсюда у нас проход. Дорога. Я пойду в эту сторону, так как наш таунхаус в той стороне. Тут интернациональный, хорошенький пирожочек здесь продается. Проживают соседи американцы, также с других стран, как мне сказали, интеллигенция. Даже с Антарктиды есть. Пингвины. Вот отсюда проход туда вниз еще есть. А где у нас лесенка была? Лесенка. Куда делась? А, вот нашел. Вот у нас таунхаус. Здесь лесенки. Здесь садик. Там кладовка, как бы место. Поставили внешние блоки кондиционеров. В той стороне гранатовые деревья. Вот квартирка, первый этаж. Она над крытой парковкой. Снизу есть крытая парковка и кладовка отдельно. Лежишь, кайфуешь и наслаждаешься жизнью. Вот этот шмотик-мотик доезжает до моря и приезжает. Аккумулятор, все хорошо, все нормально. Если не захотите, я заберу себя. Вот. Так, застекленный балкон, здесь крытая парковка, также есть отдельная кладовка, можете поставить свои вещи, вот заряжает аккумулятор. Теперь пройдемтесь в квартиру. Отсюда даже видно крепость Алания, море,
крепость, там еще можно увидеть гора, орлиный глаз он увидит, я увидел. Там горы, слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. А здесь у нас горы Торос. Здесь еще проживает котик рядом, там балкончик, та сторона застекленная. Входим. Квартира напрямую от собственника. Продают друзья. Так, подниму камеру. Большая гостиная комната. Почти с отдельной кухней. Вот видите, какой вид. Прямо с гостиной комнаты. Бытовая техника Бека. Жилая площадь здесь общая. 110 квадратных метров жилой площади. 105-107, вот так, между ними. А++ Бека инверторная, кондиционер, телевизор Бека. Почти год назад купили эту недвижимость. Вот бытовую технику покажу. Стройматериалы, все качественно, все с доводчиками. Кажется, электрическая плита или индукционная, что ли. Ага. Вытяжка Бека. Так, а здесь где стиральная машинка? Там. Вот холодильник. Pro Smart Inverter. Что можно взять там покушать? Нет. А, уже не обедал даже. А. Так. Застекленный балкончик. Тихое, спокойное место. Вот отсюда дверь открывается, выходите в свой садик. И вот вид. Сидите около стола, пьете чай, наблюдаете за этой красотой. Сейчас некрасиво видно, так как влажный сок, а там вообще красота. Я просто выбрал неудачное время, что поделать, дел много. Типа пришел сюда. Идемте дальше. Здесь у нас... Как раз двери сказали, хорошие, какие-то качественные, фирма, как-то вот так все прописано. Санузел, один санузел. Тоже Бека у нас, стиральная машинка. 7 килограмм, 1000 оборотов. Форточка тоже есть. Так... Дорогие зрители, 18 как минимум квадратных метров спальня. Или 16,5, не отмерял. Видите, да, как все качественная мебель. Опять кондиционер Бека. Картина. Одеяло красивое такое с узорками. Угу. И вторая дополнительная комната у нас, детская спальня. Тут 11 квадратных метров. Как минимум. Угу. Это Турция, Алания. А. Угу. Сторона тут юго-западная. Так, юг там, запад и север. Да, юг, запад, север. Вот там юг, здесь запад. Да, эта сторона немножко север. Но солнце видит, закат, короче, я вам скажу. Видите, да, там крепость Алании. Там вот, вот, вот. Солнце оседает, солнце вот выходит отсюда, заходит там, закаты будете вы видеть, вот каждый вечер красоту будете видеть, вот, 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 вот крепость. Ой, 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 так, голова покружилась, да.
Все, дорогие зрители, айдат я сказал, 60 евро в месяц, цена квартиры 128 тысяч евро. Звоните, купите. Плюс 90 555 064 91 10. Типа вилла, но квартира там хаос. Никто вам здесь мешать не будет. Живите, радуйтесь жизни. Транспорт надо купить, машину. Или же есть вот электрический мопед. За 13 минут доезжает до моря, как мне сказала хозяйка. Все. Всем пока-пока.